Первым делом сигнал тревоги, после звонок по 01. В центре «Шанс» – возгорание в спортивном зале. Такова легенда учебной тревоги. 17 детей под присмотром двоих воспитателей и вахтера покидают помещение. Несмотря на поздний час, когда все уже в кроватях, эвакуация проходит быстро и без паники. На все уходит примерно 3 минуты, при нормативе в 4. В считанные минуты у центра два расчета. К зданию вплотную подъезжает автовышка. На первый этаж заходят полностью экипированные огнеборцы. Ночью здесь проводим, да, первый раз, чтобы понять реакцию людей, как они себя поведут в данной ситуации, чтобы не было дальнейших потом каких-то неловких ситуаций. Тренировка прошла на отлично, руководство и персонал сработали замечательно. Замечаний по данной эвакуации нет. Ночная эвакуация в детском доме проводится впервые. Инструктаж и технику безопасности здесь изучают регулярно. Если у нас появляются новые ребята, обязательно проводятся тренировки и инструктажи с новыми ребятами и с новыми сотрудниками, для того, чтобы все могли сориентироваться в такой ситуации чрезвычайной. Организация замечательная, очень хорошо, что такая тренировка проходит. И самое главное для администрации учреждения, для администрации города – обеспечить безопасность детей, которые проживают здесь, в этом центре развития ребенка «Шанс». И эта безопасность на высшем уровне. В пожарном надзоре предупреждают, что учебные тренировки, в том числе ночные, в ближайшее время проведут в других социальных учреждениях Ивантеевки. Напоминаем, единый номер вызова экстренных служб с любых телефонов – 112. С городского действует и номер 01.